Невеликий образ Баркалабовской Божьей Мати, найденный у агрогородку Глухи Быховского района у часе археологических раскопок. Специалисты меркуют, что литый образок датуется 18-м стагоддем и разом с монетами, которые нашли на месте, где колисти у Глухах стояла Миколаевская церква, образ станет экспонатом Быховского историко-краезнавшего музея. Мы находимся на месте старого храма в деревне Глухи. Церковь была Святого Николая здесь. Вот интересно тем, что здесь крестили нашего прославленного маршала Красовского, который женится в этой деревне. Миколаевская церква у Глухах была узведена напроканцы 18-го стагодия. Драуляный будинок зруйновали у 1960-е годы. Теперь засталось только вязковое место – церковище, где старые липы, памятный крыш и надмогильные плиты. Здесь хорошо видно вот РО. 1780. Менавіта пліти, на яких читаються надписи на польській мові, і стали нагоди для розкопок. Бо як стосуються православна церква і католицькі могилки? Отказу покуль нема, але є знаходки. Серед їх образок Баркалабовської Божої Маті. Просто феноменальная находка для региона. Интересно тем, что аналогов я не нашел нигде. Я пролистал правобатил вот за эти две ночи литературу соответствующую. Смотрел в интернете, на сайтах водоискателей смотрел, может, они подобные ходили. Аналогов я не нашел. Она литая, век 18-19. В 19-м уже стали больше делать не литье, а чеканку. Поэтому, вероятнее всего, это будет век 18. Ну, интересно, это Баркалабовская икона, наша святыня. Поэтому как бы этот образок пополнит фонды музея. Я думаю, в десятку лучших экспонатов он войдет. Цікавая деталь. Образок уже коронаван, а одрозненне от великого образа Божьей Мати, який заховывается неподалек у Баркалабовской монастыры, и який верники лечат судотворным. На раскопках разом с директором музея працуют волонтеры, удельники группы «Быховский рубеж». Гэта працаўнікі прадпрыемстваў, аднак у вольны час яны дапамагаюць археолагам шукаць старадаўнія рэчы, такія як абразок. Вот этими руками вытащил сразу, посмотрел. Медяшка. Так, не растирая, отдал специалисту, а он уже начал радоваться. И эта радость передалась и мне. Если мы не будем знать историю, у нас нет будущего. Историю надо знать. Раскопки только лишь распочались, и находки археологи лечат застиплые. Ковалок цеглы пальчатки, кованые цвики, ковалки керамики и монеты от старосоветских до больше старожитных. Денга, два слоя, и вот здесь дата 1737 год. Ну, а орел здесь виден, я думаю. Показывает. Пол копейки Николая II. 1898 год. Археологи сподіваються, що вони вийдуть на більш багатий культурний слой і щасливі знаходки. Цікавляться розкопками і місцеві жихари, тому що пам'ятають церкву. Люди все приходили нарядно одеті, як раніше бабки, переднички свої беленькі подівають, одежки свої юбки длинні з оборками. Вот это вот з дитинства я помню, мені був праздник, большой праздник. Історія Миколаївської церкви цікавить усіх, розкопки у Глухах протягуються. Ілона Іванова, Віталій Олексій. Новини региона.